Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий. Это канал Гоблинов Плей. И у нас на экране игра под названием Shadows. Тени. Первая часть. Я буду проходить только первую, чтобы вы не задавали лишних вопросов, потому что вторая и третья поговаривают говнецо. Они уже не пугают. А эта часть, говорят, просто усаться какая страшная, поэтому New Game, само собой. Это опять охуенный FPS-креатор. Я надеюсь, сделал не Ванюха, потому что если это сделал Ванюха, то она очень быстро закончится. Так, убавим резкость мышки. И пойдем вперед, собственно. Хорошо. Мы можем... Ой, он по умолчанию бежит. Вот это охуенно. Так, хорошо. Что нам надо делать? Что делать, так сказать? Двери сами открывают. Нет, Enter. Где мой фонарик, блядь? У меня нет фонарика, вы представляете? Охуенно. Дверь нужна, ключ. К двери нужен ключ, отлично. Я готов к скримерам вообще, ко всем, абсолютно. Я знаю, что на FPS-креаторе делают только скримеры. Поэтому вообще похуй. Любой скример, он не доставит никакого дискомфорта. Паук, смотрите, нихуя какой большой паук. А вдруг и правда паук? Это будет страшно. Как включить фонарь? Я же сказал, что не буду бояться. А вы говорите. Бля, у меня 3 жизни. 3 жизни 500 хитов. Охуеть. Куда я иду вообще? Я ничего не вижу тут. Он идет вообще, нет? Где? А, во, проход, нихуя себе, смотрите. А, блядь. Вот я слепой, хуй его знает. Так, давайте включим свет, да? Правильно я понимаю? Здесь... Ай! Блядь! О, пойдем на красную местность. Что делать? О! У! Чё-то это... Как-то слышишь, чё? Сюда надо идти? Ладно, хорошо. Ну вот эта хуйня, по-любому она привезла с собой ключ, правильно? Манекены, они не могут быть опасными, в принципе. Есть ключ? У! Ха-ха-ха! Я убил тебя, проститутка! Так, хорошо, что делать надо? А, второй этаж есть. Нет, это... А, так она горит во тьме, смотрите. Ее можно вести, она заряжается и, короче, горит. Отлично, я нашел себе фонарик, блядь, переносной. Охуенно. Или, может быть, я сейчас занимаюсь полнейшей хуйней, не знаю. Но, по-моему, она горит, смотрите. Да, она горит, охуенно просто она горит. Так, где я вообще? Оп. Во, мне надо сюда. Блядь, а как здесь что включить-то? Оглянемся по сторонам. Как-то что-то надо нажать или что-то использовать, что ли? Или где, блядь? А, вот еще проход. Нихуя себе. Я что-нибудь не... Я вообще ничего... О! Блядь, ключ! Отлично! Все, а, во! Все, хорош, 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 блядь! Бежим! Бежим быстренько отсюда. Так, вот на этой стороне будет сейчас выход. Вот здесь. Вот, все, хорош! Где мой манекен? Подруга, пойдем со мной, мне одному страшно. А, вот ты. Мне одному страшно, просто с ней как-то спокойнее. Она, если что, там может защитить. Она встанет, скажет, я живая. Я защитю тебя. Ты будешь самым безопасным человеком на этом свете. Вот, смотрите, она же горит зеленым. Почему она там не горела, нихуя? Так нечестно. Так. Почему игра без фонарика? Я не хочу, чтобы игра была без фонарика. А, блядь! Фу, блядь, кошку чуть не задавил. Ебаный в рот. Уйди отсюда, нахуй. Отлично, только что хотел сказать. Блять! Ух, нахуй пробрало как меня, ебаный в рот. Фу, чувак, ты встанешь, нет? Фу, блять, как страшно, а? Так, ты кто такая? Free Will is Illusion. R.R. Робертс. Триер, кто это такой? Открываешься? Нет, хуй с тобой, ладно. Press Enter to you. Блять, уже дверей боюсь, охуенно. А я не хочу лазить по темени, это же не прикольно, нихуя. Здесь тоже что-то есть? А, нет, все, идем сюда. Бля, почему меня заставляют ходить по... А, это что? Сука! Возьми свечку, свечку возьми! Бля, он идет, что ли? Не, он не идет. Не, не идет, возьми свечку. Не хочет. Ладно, хорошо. Фу, бля, если... Ага, ключ нужен.
Опа! А, во, отлично, нихуя себе. Блядь, это там фрасня, не задавлю нахуй ногами-то. Она, прикиньте, сидит у меня прям под ногами, короче. И я ее постоянно, когда дергаюсь, я ее бью ногой, блядь. Ай. Сука, а ей похуй, походу. Ей там нравится, что ее постоянно бьют. Она, может, у меня садомазохистка какая, я не в курсах. О! Ключ! А где он тут, блядь, был? Почему ключи-то не прорисованы? Я как, блядь, должен их собирать, если их не видно? Охуеть, вода, блядь. Ах, ты, дебил, блядь. Кто их двигает? Может, тут еще кто-то ключи собирает? Как я, двигал манекен, и он их двигает. Ты кто, блядь? Фу, все, прошел. Прошел, да по-любому прошел, сейчас будет конец. Я знаю, в таких играх все время наступает конец. Они же не длинные, они короткие. Правильно? Блять, смотрите. Смотрите, как светло. Это просто классно. Но здесь кровь. Кровь не бывает классной. Отлично, ключ. Ой, деньги, деньги, деньги. Собирай, собирай, я буду богатым. Есть, наконец-то я нашел свое счастье. Я нашел деньги. Вы скажете, фу, какой ты меркантильный, какой ты хуеплет. Да ну что, счастье в деньгах. Счастье не в деньгах, но, блядь, с ними оно будет быстрее. Там вон еще ключи лежат. Отлично, здесь у нас что? Куда мне что надо? Так, купить, может, что-то можно? Ебать, ритуалы какие-то, обряды здесь проводили, манекены. Они ебанулись совсем. Блядь, что вы дверьми-то меня пугаете? Так, у тебя нет тут нигде ключей, чувак? По-моему, ты потерял голову. Ну, ясен хуй, если столько телок тебя окружает. Я бы тоже потерял голову, блядь. Так, вот здесь лежат ключи. Сука! Пидорас шерстяной, бля! А, вот это нихуя, вот это я люблю, это мне нравится, бля. Тут монстр какой-то ходит, что ли? Кто тут так делает, блядь? О! Сука! Ай, бля, я уже весь сырой, короче, я вспотел. Серьезно вам говорю. Так, enter to use. Хорош. Еще скример. Ну давай, я уже не боюсь, мне похуй. Серьезно говорю. Че бояться-то? Так, а там у нас что сверху? Не, темно, нахуй, пойдем вниз. Ебал я. Опа! Туалет протек. А я слесарь, короче, я вам сейчас выручу, все починю, и вы больше меня не будете пугать, окей? Блять, представляете, игра на FPS-креаторе, и здесь нет ключа в туалете. Ну, ребят, вы просто потеряли стиль, блядь. По-моему, в этих играх на этом движке постоянно должен быть ключ. Ключ постоянно должен лежать либо в унитазе, либо в унитазе. Другого не бывает. А чё, зачем сюда пришел-то? Для чего сделана эта локация, я не пойму. Она открывается что-то здесь? Нихуя это не открывается. Зачем мне жизнь, если здесь одни скримеры в этой игре? Никто мне не расскажет, куда кончилась музыка? Куда она пропала? Я хочу слышать музыку. Ух, нихуя себе, тут по трубам можно гулять. Так, на что сядь? На Ctrl? На C можно садиться, ребятки, запомните, если вы будете играть в эту игру. На C можно садиться. Хотя, нахуя вам в нее играть, если вы ее уже посмотрели? Вся соль таких игр, она в скримерах. Правильно я вам говорю? Вот, поэтому, когда вы уже все посмотрели, то играть-то в нее уже не интересно. А что делать мне? Прыгать, что ли? Он прыгает? О, он прыгает, нихуя себе. Оп! О, нет, 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 нет! А, и все? Ну окей. Я думал, что-то будет страшное. Так, он бегать не может, представляете? А здесь есть подводные монстры? Сейчас какой-нибудь педобир, как в Амнезии, прибежит, и я охуею тогда. Обходим коробки, потому что из них мало ли что-то вспрыг. Так, свечки какие-то. Нет, они не берутся. Отлично, идем наверх. Идем, ничего не боимся. Сейчас вот этот мужик встанет, да? Вставай, педрила, я тебя не боюсь. Вставай! Он поет песню какую-то, по-моему. Ничего на свете лучше нету. Сюда? Не, не сюда, а куда? А, вон, перепрыгнуть, наверное, надо. Ну окей, давайте. Нет, здесь не перепрыгнешь. Или перепрыгнешь? Опа! Есть! Отлично, залез. Так, вниз идем. Зачем мы идем вниз? Кто-нибудь мне скажет? Но если он может присесть и зайти сюда, значит, зачем-то путным мы сюда идем. Я не знаю, почему пропала музыка. Возможно, это глюк, возможно, так и положено, чтобы придать еще больше атмосферы ужаса этой игре. Ужаса.
Ужас. А, вон он как охуенно залетает, ну заебись. Нет? Ну окей. В какую... А, вон, там под лестницу же можно пролезть. Ё, чё я туплю-то? А, нет, вот еще открыта дверь. Это выход? Нет, подождите, надо все исследовать, все проверить. Потому что, мало ли, я еще не все проверил. А возьму и выйду, будет неинтересно. Какие-то полочки здесь валяются. Нет, наверное, там подъебушный выход. Там бы я проиграл, потому что есть дорога. Сука! Ёбаный в рот! Зачем вы так делаете? Нет, смотрите, там была наёбка. Если бы я туда вышел, я бы вышел, блядь. Все равно, что вышел в окно, как говорится. Но я не хочу этого. Угу, ключик. Ключик, это... Девки, чё вы за мной ходите, блядь? А, вот ключи, отлично. Скример! Нет, не будет скримера, заебись. Все, я выиграл. Да ёб твою мать, еще по улице бродить. Фу, блядь, я повешусь нахуй, наверное, сегодня. О, свет, все, отлично, свету нам ничего не страшно. Никакие скримеры нам свету не страшны. Правильно я говорю? Или неправильно? Так, здесь ключ есть? Главное просто пошарпаться по всем углам. Потому что ключи здесь охуеть какие заметны, и их просто нереально пропустить, серьезно говорю. Если бы я в самом начале, ну, дурачка просто чисто случайно ключ не обнаружил, я бы, наверное, там до сих пор бы так и бродил, блядь. И пришлось бы обрезать видео, монтировать, ломать, так сказать, атмосферу. И все, и не было ничего путного из этого сделано. Блять. Хорош! Хорош! Ебать тебя в ухо! Все, выиграл, что ли? Блять! Стой, чуваки, возьмите меня с собой! Нет, чуваки, стойте! Куда вы? Подождите меня! Почему оставляете меня здесь одного, чуваки, как вам не стыдно? Блять, теперь ждать следующую маршрутку. Ну что за хуйня, вот так всегда. Только вышел к остановке, она уже отъезжает. Блять! Дайте сигарету, я знаю проверенный способ, как вызвать маршрутку. Надо срочно покурить. Тогда автобус просто... Нихуя себе. У меня уже кресло, блядь, от страха скрипит, вы представляете? Это пиздец какой-то. Я вам серьезно говорю. Почему так долго прогружается? Там что-то страшное сейчас будет. Блять, опять в доме, опять замкнутое пространство, опять скримеры. Я возьму топор. Бля, нельзя взять топор, сука. Ключ! Ключ! Разводной ключ! Дайте мне ключ! Тоже нельзя. А это что за подвал? Я в подвал не пойду, я ебал. Я по... Ага. Здесь больше некуда идти. Только подвал. И у меня нет фонаря. А, нет, здесь все освещено, заебись. Бля, быстрее, быстрее, кто-то идет. Ебать, тут что-то происходит, короче. Чью-то руку отпилили. Возьми руку, чувак, ну хотя... Хуя какой-то страшный чувак. Бля, ключ, опять нужен ключ. Ага, манекены. Около манекенов где-то должен быть ключ. Или вот здесь вот должен быть ключ. Правильно? Где-то же он должен быть. Или опять по туннелям, по каким-то... Нихуя тебя насадили, чувак. Я тебе не завидую. Я бы не хотел. Так, фу ты, блядь, а? Ну зачем так делать-то? Я даже под воду опускаться уже боюсь, потому что под водой страшно. Зато под водой было светло. Свечка. Так, а я, по-моему, здесь был, да? Если мне не изменяет память. Она же не может мне изменять. Ей, в принципе, не с кем. С мозгом, хотя хуй знает. Не надо. Бля! Ну все, пидорасы, держись. Ключ. Все, вам пиздец. Бежим назад. Так, у нее, ебать, 24 патрона. Вам пиздец, ребят. Так, открываем дверь. Ну кто на меня? Вылетай по одному, сука. Я вооружен и очень опасен. Я... Фу ты, еб твою мать. Я убил какого-то пацана. Ни за что просто убил пацана, представляете? Фу, блять, а. Причем я сделал это на полном автомате, серьезно. У меня просто дернулся палец, и я убил пацана, блядь.
Ну, всякое бывает. Так, девчонки, не дурите. У меня пистолет, не забывайте об этом. Я могу вас убить, нахуй, только так. Пойдемте под водой, здесь посветлей. Бля, эта игра когда-нибудь кончится вообще? Нет, я уже не могу в нее играть, мне страшно. Фу, тихо, собрались, спокойно. Маньяки, блядь, какие-то. Их манекены всех казнили, представляете? А я убил ни за что не повинного мальчишку. А где дверь-то? А, вот она. Хорош. Ну иди нахуй, ты чё делаешь-то? Собака, блядь, собака! Ну сдохни, бежим! Сдохни, сука, я тебе говорю. Она неубиваемая. Ёб твою мать, вы чё творите-то, собаки, нахуй? Фу, блядь. Я ебал, нахуй. В такие игры играть, блядь. Фу, блядь. А у меня есть пистолет? А вот он, отлично. Я убил собаку. Я убил... Бля, игра что ли заклинил? Почему они все с одного патрона убиваются? Фу, вот здесь меня загнали в тупик, здесь я умер. О, блядь, нормально поиграли, ребятки. Серьезно, говорю, это охуенно тоже игра. Блядь, скримеры просто, они дают о себе знать. Всем пока, ребятушки. До встречи в следующих видео. Подписка внизу видео, ссылка на группу ВКонтакте тоже внизу видео. Ссылка на плейлист с хоррорами, она вот здесь будет сверху видео в аннотациях. Фу, что-то мне плохо. Всем пока и до встречи в следующих видео. Если я выживу, то они еще обязательно будут. Поэтому всем пока.